Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, дорогие мои друзья, а также все подписчики моего этого канала. Несмотря на то, что в данном видеоролике речь будет идти про абсолютно другой проект, о котором, возможно, через некоторое время вы не услышите абсолютно точно ничего. И вы знаете, несмотря на все это, я бы хотел вам сказать, что я играю на проекте Arizona Role Play сервере Phoenix. Поэтому по IP-шнику в описании вы сможете зайти туда, а также в поле пригласившего вас игрока ввести никнейм Данте Коннор, после чего получить большое количество разнообразных привилегий, в том числе игровой валюты, в том числе всяких разнообразных других вещей, которые вам будут всегда нужны. Поэтому IP Arizona Role Play Phoenix, а также мой никнейм, а также вся дополнительная информация, которая может вам в данном случае помочь, она вся находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и делайте все прочие вещи, которые вам только в данном случае нужны. Так вот, давайте уже перейдем непосредственно к самой теме данного видеоролика. Вы это слышали уже 300 миллиардов раз, вот все эти начальные заставки, начальные эти вставки и все прочее, и вы уже все это выучили наизусть и должны уже сами заходить на эту самую Arizona Role Play. Даже если у вас уже есть там аккаунт, вы должны зарегистрировать новый аккаунт и на нем уже прокачаться до 5-го уровня, прокачались на новом аккаунте, там, я не знаю, еще прокачиваетесь и вот делаете до тех пор, пока, я там, не знаю, пока будет сотрудничество с Аризоной, потому что, ну, это в самом деле, это священное дело, это вы там, я не знаю, не на Evolver Role Play заходите, поэтому все. Ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самой теме данного видеоролика. Вы знаете, что не так давно ютубер Миллионник, как его называют, округляя все это, хотя на самом деле у него 988 тысяч подписчиков, он открыл свой проект в GTA SAMP. Сейчас ни для кого не секрет, что GTA SAMP проект, это вообще целый бизнес, это, как я там, не знаю, шаурмичка какую-нибудь в реальной жизни, там где-нибудь в Арзамасе, да, открыть и вот водить туда своих этих людей, друзей и всех прочих людей. Так вот, данный человек открыл свой проект в GTA Сампе, и, ну, это пиздец, разумеется. Я туда не заходил. Зачем? То есть, для того, чтобы понять, хуёвый сервер или хороший, мне достаточно нескольких пунктов. Сейчас я вам расскажу, какие. То есть, когда публикуется, допустим, какой-то рекламный пост о данном проекте, то сразу в комментариях можно пронаблюдать людей, которые, ну, так, знаете ли, более-менее ознакомлены с тем, что вообще творится на данном проекте. Какие-то общие тезисы насчет всего этого они знают. Даже несмотря на то, что там большинство токсиков и большинство всех людей, несмотря на все это, все равно, ну, понимаете ли, это возможно, да, возможно уловить какую-то истину. Второе, это общее оформление и вообще то, как подходят люди к написанию каких-либо постов и, ну ладно, это мы уже отбросим, потому что написание постов, введение группы ВКонтакте, а также там, я не знаю, верстка сайта, это все настолько, знаете ли, субъективно, что я просто не знаю. Дело в том, что данный проект, он ничем не выделяется, ну, практически ничем. То есть я посмотрел там какие-то, я не знаю, дневник разработчика №1, и вы знаете, все системы, которые есть на этом проекте, они все, ну, идентичны, вплоть до того, что даже команды, блять, команды там, ну, плюс-минус одинаковые, ну, то есть не плюс-минус одинаковые, они прям вот один в один. Там есть команда «Ограбить дом». Вы знаете, как она работает? Вы подходите к дому, пишите «Роб Хаус», что означает «Робрик Хаус», то есть, ну, вот так вот, если полностью вам обо всем этом говорить. И вы тем самым грабите дом. Делать это можно там раз в час, после этого вы едете, сдаете все это в ломбард и получаете деньги. Ничего вам это не напоминает? И понимаете ли, в чем дело? То есть, ну, вот таких серверов ютуберов, которые открываются, собирают донаты, закрываются, их много. Но дело в том ведь, что мне начали даже писать, говорить, мол, там, я не знаю, Дань, ну вот посмотри, ну что это за проект такой нормальный, вообще стоит на нем играть, не стоит на нем играть, я не знаю, вы должны это сами понять, потому что я сам для себя решил, что нет. Лично вот мне, лично по моему субъективному мнению и оценочному суждению, полученных там из открытых источников сети интернет, я на данном проекте играть не буду, мое субъективное мнение. Сугубо. Посмотрел какие-то ролики там вот в этой самой группе ВКонтакте проекта, то есть я также понял, что играть на этом проекте я не буду, потому что, ну, такое себе, понимаете ли, то есть, ну, не то чтобы это, конечно, ну, БРП, тут есть что-то свое, что-то уникальное, но этого настолько мало, что, ну, это абсолютно не выделяется, и вследствие всего этого мы получаем общий онлайн, ну, там до сотки не дотягивает, по-моему, и вот в данном случае роли не играет, кто открывает данный проект. Какой-нибудь там, я не знаю, вы, допустим, да, вот вы никто. Но это не то чтобы оскорбление, просто по факту. Вот вы никто, вас никто не знает. И вы открываете себе такой же проект, там более-менее откуда-то системки, так сказать, попиздили, оценочное суждение. Вот, и открыли свой проект. Да, то есть, ну, у вас проект логично, что проживет достаточно мало, на него зайдет достаточно мало ваших людей, друзей. Там, возможно, кто-то зайдет, поиграет, скажет, фу, что за говно ты сделал, блядь, удаляй эту хуйню, не позорься, да, как мы уже все это прекрасно знаем. И все. То есть, ну, ничего более там такого интересного не будет. В данном же случае это проект ютубера, который собирает неплохие просмотры для своих подписчиков, то есть там, ну, где-то 1200 у него, знаете, плюс-минус выходит, то есть от 100 до, ну, давайте возьмем, плюс-минус там 300, 400, где-то даже, возможно, 500 000 есть, но то, как часто выходят у него видеоролики, ну, это заставляет меня задуматься, то есть один видеоролик там в 2 недели или 2 видеоролика в неделю, ну, это не уровень, там, знаете ли, канала с 1 000 000 подписчиков, это невозможно, у него там мега-круто крутой монтаж, возможно, еще что-то, что не позволяет ему все это сделать, но, блядь, ты нахуй открываешь проекты в GTA SAMP, блядь, ты там что только не делаешь, у тебя вообще затрат практически нету, то есть даже оформление канала, ну, такое себе, будем честны, такое себе оформление канала, и вот все, вот это вот, ну, вот как-то вот так все это работает, и, ну, мне непонятно то, зачем открывать такие проекты в 2019 году, которые, ну, блядь, даже 1000 онлайн, ну, какая там 1300 онлайна, плюс-минус, стабильного не могут взять. Ну, зачем это нужно? Я не понимаю. Возможно, человек хочет попробовать себя в чем-то новом, да, пусть пробует. Но, понимаете ли, ну, как-то вот собирать деньги за вот эту сырую подделку и так далее, ну, такое, опять же, оценочное суждение, сугубо оценочное суждение, полученное из открытых источников сети интернет, но это пиздец. Несмотря на то, что сегодня, знаете ли, удвоенный день у них, там, знаете ли, когда донат-услуги удвоенные, вроде как, я не знаю, там, XP-шки, возможно, удвоены, несмотря на все это, тут играет 100 человек, плюс-минус, ну, вот так вот, в лучшем случае. А в худшем случае играет вообще, там, человек 60-80, это в первые несколько дней открытия, ну, это пиздец. Это в самом деле пиздец. Разумеется, мне же лучше, мне как ютуберу лучше, чтобы проекты, они развивались, чтобы они чего-то нового добивались вот в своих вот этих вот вершинах и во всем прочем, потому что для меня это деньги. Для любого ютубера GTA SAMP это деньги. Новый проект это новые деньги, которые можно с этого самого проекта поиметь. Поначалу там какие-нибудь, знаете ли, малейшие такие обзоры серверов, а потом уже какие-нибудь там, знаете ли, заказные летсплеи или заказные обзоры систем и все прочее. И мне, по идее, абсолютно невыгодно критиковать данный проект, но смотря на онлайн, смотря на то, что они закупают ютуберов абсолютно, то есть каким бы ютубером ты не был, сколько бы у тебя подписчиков не было, конечно же, если ты не PewDiePie, вытащить сервер GTA SAMP одному невозможно, ты хоть как должен потратиться на ютуберов, и данный человек ничего подобного не сделал, возможно, он заказал там рекламу в каких-нибудь, я не знаю, самп-журналах или в чем-то еще таком, но ну, блядь, ну это ж несерьезно, самп-журналы оттуда, ну, мало профита приходит, ну, прям, ну, вообще пиздец. И, как я понимаю, данный человек, вот данный ютубер Содиан, я не знаю, как я понимаю, он просто там, знаете ли, амбассадор, чисто вот лицо проекта, а все остальное, там, мод написали, там, или скачали мод, я, опять же, не берусь за это со стопроцентной вероятностью говорить, опять же, как бы, ну, такое себе, ну, вот вообще, ну, я не знаю, ну, вот, ну, что это? Ну вот зачем это? Просто вот человек, знаете, как Максим Кудрявцев в свое время. То есть Максим Кудрявцев не шарит абсолютно ни за что на Evolve Role Play. Ну абсолютно ни за что не шарит он. Просто вот как командующее лицо, тот, кто может набрать коллектив. Разумеется, коллектив собрать вокруг себя нормально, чтобы у тебя были и скриптеры там, блять, и мапперы, и никто тебя не кинул, чтобы все у тебя было там в дружбе, согласии и в любви, чтобы все у тебя было охуительно, ну... Это сложно. Будем честны, это сложно. Обязательно кто-то там найдется, тот человек, который захочет что-то там скрысить, вспомнив ситуацию с тем же РП-боксом, когда там, блядь, ну, денег не хватило человеку, и банальная жадность загубила РП-бокс. Сейчас РП-бокса не существует, РП-бокса нету, зато есть NextRP. Ну и вот все вот это вот происходит всегда вот как-то так. Поэтому, друзья, когда вы просите меня высказать свое мнение по поводу какого-то проекта, ну, подумайте сами. Вот мне, ну, это все надо. Разумеется, мне нужно снимать ролики каждый день в 20:00, но мне не интересны вот эти вот все темы, которые интересны, возможно, где-то там вам. Если вы хотите какие-то, я не знаю, там, эксклюзивные темы, то оформляйте спонсорскую подписку и пишите там где-нибудь в спонсорском сообществе, что вот хотите там такой-то, такой-то видеоролик, сделай его, пожалуйста, и мы будем тебе благодарны. Или вроде того что-то. Но не так, как вот сейчас все это происходит, потому что, ну, такое себе, будем честны. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Role Play Phoenix, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов, находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока.